подъем, парень. Помнится, тебе нужна работа. Мне нужен помощник. Твой ответ. Я согласен, что мне будет полагаться и мои обязанности. Постой, питание у Марии Альварес и выплаты за поимку бандитов, ну и конь пока служебный, а там и своего приобретешь, если останешься жив. Вот что ж, перспектива неплоха, а умереть везде не мудрено, я видел смерти, сэр. Подъем и пошли посмотрим, как ты умеешь управляться с оружием за конюшню. Покажи мне, как ты владеешь этой штукой. Никогда не стрелял в живого человека, клянусь, лишь по зайцам и андатрам для пропитания. Тушь неплохо. Результат не выдающийся, но для дела сойдет. Кугля часто стрелял с отцом, он погиб на войне, мастер. Соболезную, кладбище переполненным, рвет народ беспорядка. Вот его-то мы и должны обеспечить, а то, что не день, то. Раз все обговорили и на это есть твое согласие, то поедем в город, определю тебя на постой и выдам тебе документы, в моем городе бродяг нет. Ну чё ж в путь?